В Германии прогремел мощный взрыв на газопроводе, одним из владельцев которого является российский «Газпром», другим – немецкая компания BASF. Погиб один человек, еще 26 получили ранения, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, сила взрыва была настолько мощной, что в радиусе 100 метров в домах и автомобилях выбило стекла. На месте взрыва образовалась 20-метровая воронка. Причина ЧП выясняется.